Всем привет, друзья! С вами как Снорубзи и добро пожаловать в Мистер Мид 2, ну или Мистер Мясник 2, кому как удобнее. И кстати, вот он, тот самый мясник, про которого эта игра. А сейчас буквально несколько слов предыстории. Первого мясника я проходил года 3 тому назад, и это было не на запись. Это игра наподобие Гренни или Мороженщика, где нас поймали. Нужно выбраться из дома, сбежать, в общем, разгадать разные загадки и остаться в живых. Вот эта вторая часть, она только вышла, прям свеженькая. Мы с вами будем сегодня ее проходить, поэтому, ребят, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и, возможно, после второй части мы с вами пройдем еще и первую. Ну что, погнали, нажимаем играть. Амбулаторная карта. Побег из тюрьмы через тоннель, побег через главный вход и новое исследование. Давайте начнем с самого начала. Подсказки, субтитры, сложность. Легко, нормально, сложно. Призрак. Призрак — это совсем легко. Давайте возьмем просто легко, потому что я не играл во вторую часть. И погнали. Реклама, понятно. Итак, конец мистера Смита. Казнь в тюрьме Небраски. Я так понимаю, у нас сейчас начальная предыстория того, что произошло, и получается, мистера Мясника посадили в тюрьму и собираются казнить, но скорее всего пойдет что-то не так, поэтому мы посмотрим, что же все-таки случится. А что ж, а вот и мы. Стоп, подождите, это Ребекка из первой части? Как ты себя чувствуешь, дорогая? Это семья мистера Мясника! Даже не знаю, радостно мне или грустно. Ребекка, мы целый день проведем втроем. С чего же тебе грустить? Ну, наверное, потому что они идут на казнь. На казнь своего родственника. Старая глава нашей жизни заканчивается, начинается новая. Ну что же, давайте встретим ее как одна семья. Насколько я понимаю, мистера Мясника, того мистера Мита, должны будут казнить, и его семья... Семья, что ли, пришла к нему на казнь или как-то так? Western Correctional Institution. Короче, здесь у нас происходят казни. Это тюрьма. Это тюрьма. Кто это за чувак? Hello, ladies. Привет, дамы. Ребекка, это ты? Как ты выросла? А кто этот чувак? How grown you are already. Yeah. Да, с тех пор прошло несколько лет. Стоп, подожди! 8 или 10 лет. Как время-то летит. Ты Энтони? Спасибо, что спас мою дочь. Я всегда буду тебе благодарна. Мы играли, получается, за него в прошлый раз и спасали дочку. Ну, это с первой части, я просто немножко помню. Спасибо, спасибо, тысячу раз спасибо. Потому что ты охотник за головами. Кем была та девушка, которую ты пытался спасти? Вроде ее звали Амелия. Расскажи, что с ней случилось? Она же... Это была Амелия. Так, подожди, а кровавая Мэри? Раз, два и три. Стоп, подожди. Это какой-то помощник мистера Мита? Добрый день, Сьюзан. Подожди, кто это такой? А, это подожди, это доктор Уайт. Доктор Уайт, вы прекрасно выглядите. У него, по идее, нет одного глаза, потому что, судя по очкам, у него одно темное. Вы заметили мой новый галстук бабочку? Так. Добрый вечер, юные дамы. Вот, держите, выпейте, это поможет вам расслабиться. Так, он им дает кровавую Мэри, которая стояла на столе в полицейском участке. Так, все взяли. О, спасибо. Сюда, пожалуйста. О, смотрите, это же Амелия. Пойду поздороваюсь. Где Амелия? А, она тоже, кстати, с кровавой Мэри. Что ж, все готово. Они что-то задумали, потому что написано «злобный смех». Чего-то нехорошо. Дамы и господа, входите, соблюдая приличие, и не шумите, пожалуйста. Это наблю... Это... Короче, это мистер Мид. Это мистер Мид, который был в первой части. И сейчас он сидит на электрическом стуле. По идее, его сейчас должны казнить. Не верится, что это все за правду. Но по-любому что-то пойдет не так. А вот что может пойти не так? Так, это тот помощник. Опускает рычаг. Пошел ток. Он не умер? Почему они кричат? Подожди, мне кажется, или это был визг свиней? Серьезно? Подожди. Найдите тоннель, чтобы сбежать из тюрьмы. Подожди, я не понял.
Они все превратились в свиней? Подожди, а я, получается, нет? Получается, я не успел выпить тот... Кровавая Мэри была с каким-то ингредиентом. Так, это Сьюзан. Это кто? Это вот та девчонка, которая была справа, даже не знаю имени. Это доктор Вайт. Это Амелия. А это... Я не помню, чувак, вот, который типа спасал. Это свинья с сигаретой. Я вас понял. А могу я на них нажать? Чё ты воешь? Капец, они воют. Подожди, Амелия, нормально все? Короче, они только воют. Ладно. Пошли на разведку. Мы с вами находимся в полицейском участке. Нам нужно раздобыть пропуск охранника. Вот та самая. Кажется, этот напиток содержит смесь, приготовленную моим отцом. Но как это возможно? Вот этот чувак с лапой на руке был с ним заодно, вы понимаете? Он с ним был заодно. И здесь что-то намешано. Короче, все превратились в свиней. Подожди. А все ли превратились в свиней? А где охранники из тюрьмы? Так, подожди. Это комната охраны, кстати. Это зарешоченная дверь. Чтобы открыть дверь, понадобится пропуск охранника. Считыватель карт. Так, нам нужно найти пропуск охранника. Лифт, телефонные будки. Это комната, комната посетителей. Погодите-ка. Опача, перейди на другую сторону. Перейди на другую сторону. Ну-ка. Так, перешли. Дверь закрыта с другой стороны. Я понял. Короче, нам нужно в любом случае найти пропуск охранника, чтобы пройти на ту сторону. Это типа дополнительно, потому что, скорее всего, за нами будут сегодня кто-то гоняться. Подвал. Это подвал же? Да, это подвал. Записка. Стандартный отчет. В последнее время в тюремном подвале творится что-то странное. Там часто случаются перебои с электроэнергией и стоит сильный запах аммиака. Нужно тщательно осмотреть все помещения. Похоже, что-то там кто-то замышляет. А я могу попасть в подвал? Подожди. Шкаф. Я могу прятаться в шкафчике. Это хорошо. Это прекрасно. Но в подвал я зайти не могу. Здесь для меня закрыто. То есть мы с вами должны идти дальше, я так понимаю, наверх. Потому что больше пути... Ну, никакого пути больше нету. Так, что здесь такое? Варден. Я сюда попасть не могу никак. Дверь. Здесь ничего интересного для этого маршрута побега. А, у нас есть несколько концовок. Да, это получается будет во второй... Здравствуйте. У вас есть карточка охранника? Это же получается охранник. Охранники тоже стали свиньями. Так, туалет. Мы можем зайти в туалет. Здесь довольно-таки грязно. Что у нас есть в туалетах? Я могу только смывать в туалете? Подожди. Может, я могу что-то найти? Может, какая-то ачивочка, если... Нет, я просто три раза смыл в туалете. Ладно. Здесь еще есть какая-то дверь. Здесь еще один туалет. Это, получается, то был мужской, а это женский. А какой смысл? Зачем им этот интерактивчик, что я могу смывать? Вы это слышали? Подожди, это смех мистера мясника был! Это 100% был он. Он здесь ходит или это все-таки свиньи ходят? Так, подожди, на третий этаж. Лифт. Опача! Еще одна свинья. Вы можете оглушать других персонажей с помощью электрошокера, нажав на шокер. У меня есть два оглушения. Подожди. Я вижу! У него есть на шее! Пропуск. Отдай сюда! У него есть на шее пропуск. Подожди, неужели я его должен шокером жмыхануть? Подожди. Извини, пожалуйста. Чувак, извини, пожалуйста, мне просто нужен был... Да, вот, откройте дверь. Теперь у меня есть пропуск охранника. Я здесь больше ничего не могу взять. Дверь закрыта, это закрыто. Да, здесь больше... То есть моя задача была ввалить, короче, этого поросенка шокером и забрать пропуск охранника. Я вас прекрасно понял. По идее, теперь я могу открыть. Опача, зарешоченная дверь открыта. Здесь ничего интересного для этого маршрута. Он там. Он? А вот, мы прошли. Да, где была закрыта. Так, подожди. Он ушел? Все, он ушел. Так, куда мне нужно идти? Я понимаю, что на глаза ему лучше не попадаться.
Найдите план побега. Подожди, это что такое? Закрыто. Шкаф. Патроны для дробовика. Здесь тоже ничего интересного. Получается, дробовика... Это что такое? Записка. Этого кабана невозможно контролировать, не говоря уже о том, чтобы подвести к заключенному 157/91. Он очень агрессивный и быстро выходит из себя. Нам удалось запереть его в мастерской, заблокировать дверь. Что? С помощью грузовика. Лучше пусть грузовик там и останется. Нужно вызвать специальную службу. Он где-то здесь. То есть нам, получается, вот эту мастерскую лучше не открывать. Там сидит какой-то опасный кабан. Ну, судя по тому, что написано на записке. Так, в мастерскую мы с вами не ходим. Это что такое? Это очень... Это подожди. А, это вещдоки. Это охраняется вещдоки. Заключенный 157/91. Крайне опасный человек. Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы на неопределенный срок в зоне строгого режима в ожидании вынесения смертного приговора за преступление, убийство, похищение человека, эксперименты над людьми, мошеннические финансовые операции, поставки еды ненадлежащего качества. Окей, окей. Это что такое? Патроны для дробовика. Так, что здесь еще интересного? А, здесь больше ничего нет. Короче, здесь у нас хранятся вещдоки. Подожди, куда я должен попасть? Ага, я отсюда пришел. Здесь у нас... Или нет, я отсюда не пришел. Да, я отсюда пришел. А здесь что такое? Документ. Совет попечителей тюрьмы западного исправительного учреждения в Небраске одобряет исполнение последней воли приговоренных к смертной казни, заключенного 157/91. А именно, присутствие семьи и его друзей при его казни. Посетитель заключенного Свинка 13. Подпись надзиратель Фредерик Моррисон. То есть это он захотел, чтобы мы присутствовали. Так, эта дверь закрыта. Получается, вот она пыточная, а вот она Сьюзен сидит. Да-д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 а. Вот там ребята бегают. Так. Ай-я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 й! Я куда? Я куда пошел? Я здесь не был. Я куда? Боже мой, испугало меня. Так, еще один туалет. Может быть, в этом туалете что-то есть интересное? Надписи, 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 нифига нету. Ладно, подожди, мы с вами попали в еще одно крыло. Да, это подожди. Здесь закрыто. Подвал. Это еще один. Это другой подвал. Тоже закрыто. Ключ. Ключ в замке. А что здесь у нас такое? Шкафчик есть. Кровь на полу. Коробки. Не, ну здесь ничего нету. Короче, это еще одно крыло тюрьмы. Можно наверх сходить даже. Здравствуйте. Здравствуйте. Что здесь? Здесь все закрыто. Получается, эта карта. Я могу, получается, перемещаться по быстрым местам. Сейчас не лучшее время для этого. За вами гонится враг. Где он гонится? Подожди, шкафчики. Раз шкафчик. Два шкафчика. А я могу здесь пролезть? Отлично, я пролез здесь. Дверь закрыта. Нифига себе, кабан, смотри какой. Ля, какой кабан здоровый. Офигеть. Но эта дверь хорошо, что закрыта. Так, это тюрьма? Здесь кабаны. Здесь кабаны. Так, подожди. Это получается... Камеры. Плакат. Туалет. Что здесь такое? Я пока ничего не вижу. Ну, смысл мы сюда поднимались? Что здесь можно? Может быть, это не стоило? Найдите план побега. Где мне найти чертов план побега? Подожди, я туда вниз не хочу. Там кабаны ходят. Так, ребят, мне нужно обратно. Извините, мистер полицейский, или кто вы там? Так, нету этого чувака здесь. Так, здесь еще решетки, смотри. Ай-яй-яй! Нет, 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 это мясник! Уйти, 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 уйти. Он за мной, он за мной. Так, здесь еще есть еще эта кровавая Мэри. Дверь закрыта. Дверь закрыта. Мать его за ногу, как отсюда убежать? Это что такое? Опача! Опача!
Дробовичок. Дробовичок, ребята, нашли. Это очень хорошо. Так, это комната какая-то странная. О, он идет сюда. Я могу, получается, ее в него жахнуть? А, блин, мне патроны нужны. Я понял, я понял. Мне нужны патроны. Мне нужны срочно сейчас патрончики. Где патроны, где патроны, где патроны? Где мы с вами... Найдите план побега. Что это за дверь? Понадобится ключ от сарая. Так, подожди, ключа от сарая у меня нету. У меня нифига нету. Так, подожди, где мы видели с вами склады? Там на полу были патроны. Сейчас найдем, подожди. Патроны, патроны, патроны. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте, патрончики. Я могу... Вот, два патрончика есть, все. Но почему-то я его не оглушил с одного удара. Мне... Опа, а ну давайте проверим сейчас. Здравствуйте. Давайте. Опа. Не попал? Не попал? Он не оглушился. Он не хочет оглушаться, алло. Как его глушить-то? Подожди, я могу сюда зайти? Нет, я не могу сюда зайти. Я пошел дальше. Я пошел дальше. Мы с вами не исследовали вот то место, где там были... О, смотри, это... Площадка? О, да. Вот, вот то самое место. Вот здесь прачечная. Так, здесь это. Здесь дверь закрыта. Подожди, я могу... Мне нужно попасть к вот этим пацанам? Или что? Подожди. Плакат! Привет, брат или сестра, по несчастью. Как со Библии раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всеми обществом. Таким образом, я поступаю тебе во благо и искупляю свои грехи. Загляни мой ящик на складе личных вещей, заключенных, и лети на волю, птичка. Твой друг... Найди ключ от сарая. Я понял. Мне нужно на ключ от сарая. А где? А где? Я понял, где? Вещдоки. А мы же там были. Там, где мы патроны нашли. Там, где мы. Так, подожди, это туалет. Я могу смыть в туалете. Security room. Заперто. Комната охраны. Погодите-ка, погодите-ка. Там, где были вещдоки. Там, где были вещдоки. Он сказал, что нужно идти найти в его... В его местах. Подожди. Да-да-да-да-да. А что такое? А, я могу здесь спрятаться. Все, я понял. Я могу здесь спрятаться. Так, по идее у нас... Эта дверь закрыта? Он же сюда пошел сейчас. Он же здесь. Он ушел. Мне сюда нужно. Сюда. Вот, да. Подожди. Ящик с личными вещами. Я нашел ключ от сарая! Он ушел. Где сарай? Где сарай? Так, подожди, ключ от сарая. Ключ от сарая. Сарай, 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 сарай. Где он? Вот это? Дверь. Точно. Опача. Так, подожди, могу закрыть? Так. И что здесь? Какая-то дверь. Коробка. Еще коробка. Еще. Подожди-ка. Мы с вами нашли. Нашли, я могу сбежать. Я могу сбежать через канализацию. Какая-то подсветка новогодняя здесь. Так, так. Поверить не могу, что я наконец-то смогу отсюда выбраться. Помощь бы мне не помешала. Так, она выбралась. А те свиньи там остались? И он тоже выбрался. Вот черт. Вот черт. Так. Вам удалось сбежать. Вам удалось сбежать, но мистер Мид по-прежнему возглавляет тюрьму. Оставайтесь с нами и следите за прохождением истории. Ребят, мы с вами прошли на одну концовку. Давайте так. Если вам понравилось это видео, ставите лайк.
Подписывайтесь на канал, жмете на колокольчик, пишите комментарии, и мы с вами пройдем еще одну концовочку. Блин, мне понравилось. Игрушка просто пушечка. С вас подписка, лайк, колокольчик. Всем пока.